Итак, Жанна, вот в чем мы обвиняем тебя. Ты носила и продолжаешь носить мужскую одежду. Вы скоро умрете, епископ. Я это знаю, стерегитесь. Что с вами? Так. А все-таки? Со мной сроду еще никто так не танцевал. Вы первые. А танцевать вы со мной еще будете? Танцевать? В клубе играю. И кого же? Бабу-Ягу. Так вы в браке? И любите свою жену? Люблю. Ха-ха. Здравствуйте, вы Паша. А вы кто? А я режиссер. Ой, ты видишь? Хотите сниматься в кино? Не пущу! Милочка, да ты еще и хулиганка. Бей! Жену не смей! Бабой-Ягой? Ну и бабу себе отыскал! Ну и рожу! Паша, не слушай ее, дуру, я твой! Вы читали о Жанне Д'Арк? А как же? Она кто? Француженка? Аркаша! Возвращайся, я жду тебя! Будем делать кинопробы. Что будем делать? Кинопробы. Что вы? Стоит ли беспокоиться? Я и так согласна без кинопроб. Ты полагаешь, что истинное чудо на земле человек? Да, сударь. Человек, который соткан из греха, ошибок, неумения и слабости. Но также силы, доблести и чистоты. Он вернется ко мне. Верьте мне, девочки. Обязательно вернется. Конечно. А давайте снимем вместо меня другую артистку. Что-что? Другую артистку. Это самое, ты куда? Домой, в Реченск. Перестань глупость говорить. Подпиши. Нет, 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 нет. Ты никуда не поедешь. Посмотрим. Я тебя никуда не отпущу. Пустите. Я тебя никуда не отпущу, Паша. Нет, они мне мешают. Они мне мешают. Они мне мешают. Хорошо. Аппарат снимает ее. Руки мешают? Вот сейчас. Нет. Берегись! Киношник! А это зачем? Рука мне не мешает. Сейчас узнаешь, зачем это. Не надо. Я все поняла. Я все поняла. Сейчас все сделаю. Встань. Ага. Все сначала. Хорошо. Вот так. О, господи. Сгинь. Внимание, тишина. Внимание, тишина на площадке. Стоп! У тебя все готово? Готово. Тогда начнем. Внимание! Съемка! Знаете? А как же?